Чудовий подарунок під ялиночку для Липковатівського агроколеджу Нововодолазького району зробили служителі Феміди Харківського апеляційного адміністративного суду. 4 засідання знадобилося суддям, щоб дійти висновку, щоб перемогти в протистоянні навчальний заклад державного підпорядкування проти фермера Вадима Носовського, який шляхом маніпуляцій у змові з Держгеокадастром захопив практично всі землі агроколеджу, на яких вчили студентів сіяти та збирати збіжжя, переробляти вирощене, підбирати найраціональніші кормові суміші для тваринництва. Та й десяток п'ятиповерхових будівель єдиного в північно-східному регіоні України агроколеджу утримувати в належному стані коштує чимало. Тож відібрані Носовським 5 тисяч гектарів були для працівників та студентів з Липковатівки тією чарівною паличкою, щоб вирішити всі фінансові проблеми. Декабря 2017 года наконец-то закончилось слушание дела с участием Липковатовского аграрного колледжа, по которому мы подали 3 года назад иск о признании незаконными действий районных земельных ресурсов Новодолазского района Харьковской области, а также Главного управления земельных ресурсов Харьковской области по исключению из статистической отчетности Липковатовского аграрного колледжа как пользователя земельными участками, расположенными на территории Новодолазского района, общей площадью 4890 гектаров. Хочу сказать, что еще 2 года назад мы выиграли это решение в апелляционном суде, и сегодня фактически произошло дежавю. Апелляционный суд после того, как ему направили на пересмотр дела с высшего административного суда, снова-таки подтвердил правоту нашей позиции, стал на объективном законом рассмотрения этого дела и с помощью, будем говорить, многочисленных доводов, с помощью четкой и ясной позиции Харьковской областной прокуратуры, с помощью какой-то степени поддержки общественности, суд пришел, по моему мнению, к единому законному и правовому решению, признав такие действия по отчуждению земельных участков и изменению соответствующему статистической отчетности незаконными. Будем надеяться, что данное решение будет действующим и быстро исполнится ответчиками по данному делу.